Участники школы молодежного актива «На взлет» презентовали проекты, приуроченные к 400-летнему юбилею «Люберец». Это лучшие работы, которые предварительно отобрали эксперты, а их авторы заслужили право реализовать свои идеи. Подробности расскажет наш корреспондент. Четыре направления, четыре проекта. Патриотика, волонтерство, арт-мастерская и медиа. По словам организаторов, идей от молодежи было настолько много, что среди них пришлось отбирать лучшие. Экспертный отбор у нас состоялся в последний день школы молодежного актива. В экспертизе у нас сидели и представители Росмолодежь Гранты, и представители Министерства информационных и социальных коммуникаций, администрации городского округа, депутаты и общественные деятели. И все они, в принципе, все идеи были высоко оценены, и главное, каждая из них была максимально реалистичная. Уже в этом месяце один из проектов школьников будет воплощен в жизнь. 26 апреля в Триумфе пройдет большой волонтерский форум. Он включит в себя мастер-классы, квесты, флешмобы и общение с опытными добровольцами. Я очень рад, что мы стали чаще собираться, что вот такие проекты подобные, молодежные, которые организовывают правильное такое движение на созидание, у нас появляются. Ваши идеи мы всегда будем поддерживать, стараться их помочь воплотить, реализовать. Участники школы молодежного актива реализуют свои проекты в течение нескольких месяцев. До празднования Дня города результат их работы уже наглядно увидят жители и гости городского округа. Наша команда представит проект молодежного медиафестиваля «Пульс будущего», который будет посвящен, ну, во-первых, 400-летию нашего городского округа, а также будет вмещать в себя, прежде всего, все четыре направления. Это будет полноценный фестиваль, рассчитанный на 3 дня, в котором будут выступать лучшие медиа-звезды. На встрече с главой люберецкая молодежь также презентовала 2 варианта талисманов 400-летия «Люберец». В качестве символа юбилея города ребята предложили образ котенка-космонавта и Любера, олицетворяющего добрую силу и здоровый образ жизни. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.